делать? Что с тобой? У нас пропали все вкусняшки. Ну, конечно, ты их вчера все съел. Я? Ты мне вообще-то тоже помогала кушать сладости. Ну, ладно, не переживай, я тебе недавно... Мы же с тобой недавно даже распаковывали вкусняшки. Ну да, но они у нас быстро закончились. Ну да, так что вот тебе еще вкусняшки. Спасибо! Я пока пойду положу. Хорошо. Всем привет, ребята. Всем привет, ребята. С вами Киксик и Анна Гоу. А мы начинаем распаковывать сюрпризики. Давай распаковывать сюрпризики. Давайте. 4 штучки. Как обычно. Да. Так, давай. Ты сразу кучкой взяла? Да. Я пока закрою. Так удобнее. Так. Что же ты тут нам взяла? Первое, это у нас няшные кружечки, тоже открывали. И третья серия, красивые купальнички. Это у нас новенькие. Ты у нас взяла две новенькие. Да, новенькие. Мы их недавно купили, заметили в магазине. Такие они незаметненькие, котик тут и лапка прикольная. Оформление мне нравится. Здесь записано «Милые зверьки». Очень прикольно. Давайте распаковывать. Сначала начнем с кружечек. Да, наших кружечек. Мне кажется, это будет панда. Почему ты так думаешь? Я люблю пандочек. Я тоже их обожаю. Кто любит панд, ставьте лайк. Как ты угадал? Я не знаю. Обалдеть. Не падай. Ладно, не буду. Вот такая у нас попалась пандочка. Няшная пандочка. Здесь у нее типа бамбук. Видно, здесь листики даже. И, впрочем, пузырьки. Классно, я так угадала, круто. Да, я сама удивилась. Такая вот. Бамбуковый вкус. Бамбуковый, серьезно? А почему не бывает, что ли, бамбукового вкуса? Может быть, бывает. Так, открываем теперь красивые купальники. Такая сразу упаковочку. Так, ну-ка, что надо получится. И, ну, конечно же, третья серия. И у нас попалась смайлик. Так, потом мы его найдем на вкладыше. Такой вот прикольный смайлик. У него... глазки, крестики. И такой язычок такой. Бэ. Бэ. Вот такой прикольный. И открываем новенький. Милые зверьки. Чик-чик. Мы еще таких не открывали. Это у нас супер новые. Супер новиночка. Да. Ух ты. Это у нас наклеечки. Тут наклеечка, потому что нам попалась такая милашная черепашка, смотрите, с панцирем тут. Прикольно, такая маленькая, очень маленькая, смотрите, какая она маленькая. Очень маленькая, но очень прикольно, мне нравится. Так, и смотрим дальше. Последний наш пакетик с котиком, с лапкой. И интересно... Кстати, я где-то услышала, что в этих вот новеньких сюрпризиках, если нам попадется радужная, то это будет редкая. Да, это очень круто. Так, сейчас я открою. Хоть бы радужная. Но я не думаю, что нам так быстро радужная попадется. Так что нам здесь попался зайка. Смотрите, как он прикольный. Это, кстати, я тоже все придумала сама. Вот тут у нас он лилового цвета, пузико и хвостик у него голубенького цвета. Так вот он прикольный, тоже маленький, тоже наклеечка, тоже маленький, прикольный. Такие мягкие, ну мягкие. Можно было серию назвать и мягкой, но хоть она и не мягкая. Мягкая серия игрушечек, прикольная, да. Что ж, ребят, всем пока, ставьте лайки. Ставьте лайки и подписывайтесь. Так, где кнопочка? Сейчас. Подписывайтесь на наш канал.
И оставляйте внизу свои комментарии. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о наших новых видео. Пум-пум-пум-пум. Та-дам! И оставляйте свои прикольные комментарии. И, кстати, кто хочет, чтобы я кому-то передал привет, лично я, лично Кексик, то пишите в комментариях «Хочу привет!» или «Хочу, чтобы вы мне передали привет». Ну, лучше короче писать. Вот, ладно. Всем пока, ребята! Пока! Пока! Пока!